предпраздничные дни у Вечного огня на улице Ленина многолюдно. К мемориалу одна за одной прибывают группы дошколят. Пока на площади идут экскурсии, тюменские газовики заканчивают плановые работы по обеспечению бесперебойной работы символа памятника – Вечного огня. Два лучших мастера службы эксплуатации газопроводов следят за исправностью мемориала в городе Тюмени. Сотрудники газовой службы несут полную ответственность за стабильное газоснабжение и рабочее состояние всего оборудования. На важном объекте в преддверии праздника Победы хранители огня произвели опрессовку газопровода, замену всего ремкомплекта газового оборудования, осуществили плановый ремонт пункта редуцирования газа и очистили от мусора чашу пламени. Все это время Вечный огонь не гас ни на секунду. На период ремонтных работ горение Вечного огня производится по временной чаше. Соответственно, Вечный огонь никогда у нас не гаснет, осуществляется как положено. После завершения всех работ на данном объекте, хранитель заботливо перенес Вечный огонь в основную чашу. Всего газовики проверили 9 действующих систем на мемориалах «Вечный огонь» в городах и районах Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и 15 систем временного горения. Сохранять все мемориалы в надлежащем состоянии – это дань памяти всем героям Великой Победы. С каждым днем приближается важная дата в истории нашей страны. Сотрудники «Газпром» «Межрегионгаз-Север» продолжают мероприятие к особой дате, чтобы память о великом подвиге жила вечно. Владислав Соколов, Юрий Гудок, Рафа Юпов, информационное агентство «Тюменская линия».